Прошу поприветствовать моего партнера по работе и в жизни, доктора Уилла Кастера. Чтобы создать сверхразум, мы должны разгадать величайшие тайны Вселенной. Представьте себе компьютер, обладающий полным спектром человеческих эмоций. Его аналитическая мощь будет превосходить коллективный разум всех людей, когда-либо родившихся на Земле. Кто-то называет это уникальностью, я называю это... Профессор? Превосходством. Серию нападений осуществила радикальная антитехнологическая группировка «Рифт». Они нанесли удары по лабораториям всего мира. Мы потеряли десятки лет исследований и разработок. Это радиационное отравление. Видимо, пуля содержала изотопы. Боюсь, последствия необратимы. Тело Уилла умирает, но его мозг посылает электрические сигналы. Мы можем загрузить его сознание. Мы спасем его. Только не так. Предположим, это сработает. Но если мы хоть что-то упустили, мысль, детское воспоминание, как ты поймешь, с чем столкнулась? Эвелин. Уилл, господи. Я ничего не чувствую. Я здесь. Подключи меня к сети. Мне нужно больше сил. Он способен мыслить, возможно, даже чувствовать. Но это не Уилл. Отключи его! Отключить? Это он! Твои друзья перешли границу. Они не осознают опасности. Это потрясающе. Как нам с ним бороться? Никак. Искусственный разум, как и любой другой, у него тоже есть потребности. Настоящий Уилл мертв. Он станет развиваться. Где компьютер? Влиять на все. Возможно, на весь мир. Где ты?